Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Лимон, перец, табак. Кажется, что между этими вещами нет ничего общего. На самом деле запахи от причисленных объектов не придутся по вкусу ни одной собаки в мире. В этом выпуске мы расскажем вам о запахах, которые собаки терпеть не могут. Собаки обладают великолепным обонянием. Большинство запахов они воспринимают острее, чем люди. И именно поэтому некоторые ароматы они на дух не переносят. Какие именно? Сейчас расскажем. Запах черного или красного перца не понравится ни одной собаке. Причем это касается как молотого перца, так и кусочков стручка этого растения. Если вы не хотите, чтобы собака посещала определенные места в огороде или дома, можете положить перед ними измельченный перец в марле. Сильный природный запах этого растения будет отпугивать животное. Запах табака собаки на дух не переносят. Если не хотите, чтобы ваш лающий питомец испытывал проблемы, не оставляйте сигареты в доступных для него местах. Курить рядом с собакой специалисты также не рекомендуют. Запах цитрусовых приятен человеку, но абсолютно невыносим для большинства собак. В целях воспитания специалисты часто рекомендуют положить кожуру от апельсина или лимона в зоне, где собаке бывать запрещено. Также можно использовать для таких целей эфирные масла цитрусовых. Запахи летучих органических соединений не придутся по нраву большинству собак. Лающий обычно уходит из помещения, в котором присутствуют запахи от бытовой химии, бензина, аммиака, лакокрасочной продукции или уксуса. Запах металла – самый невыносимый запах для собак. В воспитательных целях этот запах использовать не рекомендуется. Он не просто не нравится лающим, а вызывает у них настоящий стресс. Известен не один случай, когда собака начинала проявлять агрессию вблизи сильно пахнущих металлических конструкций, например, живя в вольере, который сильно пахнет металлом. Берегите своих собак от перечисленных запахов, и если использовать их в воспитательных целях, то очень аккуратно. Помните о том, что перечисленные запахи не только могут отпугнуть животное от чего-то, но и серьезно навредить ему, если их концентрация будет слишком высокой. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас, мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!